Привет, друзья! Как вы поняли из названия ролика, скалярики все. Все и сразу. Дело в том, что я решил изменить подход к контенту и одним роликом убить сразу двух, точнее трех и более зайцев. Поэтому теперь в моих роликах каждый сможет найти для себя что-то интересное. По крайней мере, я на это очень надеюсь. И в этом ролике мы узнаем о самой неинтересной, но в то же время очень интересной рыбке, об эффектном, но требовательном аквариумном растении, и посмотрим мини-обзор аквариумного гаджета, который я буду использовать не по назначению. В описании тайм-код, обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. Скалярики есть на всех основных площадках. Жмите лайки либо дизлайки и приятного просмотра. Тетракоста. Совершенно обычная и ничем не примечательная аквариумная рыбка из водоемов Рио Сан-Франциско и Рио Итапекуру. Именно так я бы описал эту рыбку после встречи с ней в зоомагазине или в домашнем аквариуме у кого-нибудь из знакомых аквариумистов. К слову, рыбка не очень популярна, поэтому встретить ее шансы невелики, однако в продаже встречается. И, честно говоря, я не стал бы уделять ей время, хоть и испытываю особые чувства к рыбам с неяркой природной окраской, да, бывает и такое, но все изменилось. Давайте посмотрим на эту рыбку в других условиях содержания и, возможно, ваше мнение о ней тоже изменится. Встречайте Тетракоста. Согласитесь, все та же рыбка с зеленовато-оливковым телом, а смотрится гораздо эффектнее. Может показаться, что в аквариуме дикое перенаселение, но это не так. Рыбы держатся петляющей стайкой у переднего стекла, перетекая из одной стороны в другую, словно единая субстанция. Именно такая картина убедила меня, что упоминание в ролике рыбка точно заслуживает. Самки крупнее самцов и имеют округлое брюшко. У самок анальный плавник изогнутый, а у самцов почти прямой. Максимальная длина рыб составляет около 6 см. В целом рыба очень активная. Ее советуют содержать стайкой от 6 особей в 120 литрах. Но какие 6 особей? Нужна пара-тройка десятков. И не столь важен объем аквариума, сколько его длина. Сами все прекрасно видите. Что касается условий содержания, то рыбы очень выносливы и способны адаптироваться к различным условиям аквариума. Комфортные параметры воды для содержания тетракоста следующие. Температура 24-28, жесткость от 5 до 17, pH от 6,5 до 7,5. Продолжительность жизни тетракоста в аквариуме составляет около 5 лет. Аквариум обязательно должен быть накрыт крышкой, иначе вы можете обнаружить этих активных рыб на полу. Можно содержать их и в общем аквариуме, соседей стоит выбирать мирных, но не менее активных, иначе они останутся голодными и вполне могут стать объектами преследования. Что касается кормления, то в рационе должны быть живые или замороженные корма. Например, дафния, артемия, мотыль. А за основу можно взять натуральные гранулированные корма со сбалансированным составом. Лучше выбирать медленно тонущие корма, чтобы рыбы могли принимать корм в разных слоях воды. И лучше сыпать корм с разных сторон аквариума. Иначе между доминирующим самцом и остальными рыбами могут возникать конфликты. Скорее всего, Коста и так устроит конфликт, но мы можем минимизировать такие ситуации. Хотя их разборки редко приводят к травмам. Как вам Тетракоста? Содержали ли вы их? Поменялось ли отношение к ним? Обязательно напишите в комментариях. Теперь переходим к следующему герою нашего ролика – аэрации. Аэрация – это процесс насыщения воды молекулами кислорода, который играет важную роль в создании здоровой среды для рыб и других обитателей аквариума. Его суть заключается в смешивании слоев аквариумной воды и кислорода, подаваемого в том числе при помощи специализированного компрессора. Например, такого как этот. Можно ли обойтись без дополнительной аэрации в аквариуме? Конечно, можно, особенно в небольших. Но я заказал себе этот компрессор совсем не для аэрации. Любой компрессор можно использовать не только по прямому назначению, но и для работы эйрлифтного фильтра. Например, в нерестовом аквариуме. А в моем случае для сифона, который работает по принципу эйрлифтного фильтра. Очень удобный девайс, но сейчас не о нем. На ваших экранах тихий и компактный одноканальный компрессор для аквариумов до 40 литров. Siche AirLite 1000. Производительность 60 литров в час, при потребляемой мощности менее 2 Вт. Компрессор имеет выпускную трубку из нержавеющей стали, что очень практично, и резиновые ножки, которые отлично гасят вибрацию. В корпусе присутствует цветовой индикатор, показывающий, что компрессор в рабочем состоянии. Очень компактный и не занимает много места, а большую часть времени он будет у меня именно лежать в тумбе.
тихий, но в моем случае этот показатель тоже не важен. Есть у компрессора, конкретно у этого, и минус. В комплекте идет распылитель, обычный цилиндрический камушек. Идет, но мне его не положили. Видимо, знали, что он мне не пригодится. И, наконец, последний герой нашего ролика – Ротала флорида. Правда, я допустил несколько ошибок с этим растением. Об этом тоже расскажу, но для начала о том, чем оно меня так впечатлило. Я высаживал меристему. В такой форме флорида имеет стебли и листья зеленого цвета. Кстати, очень похожи на меристему ротундифолии. А уже в аквариуме листья приобретают насыщенный розово-фиолетовый цвет, который красиво контрастирует с зеленью стебля. Растение лучше всего смотрится на среднем плане и отдельной группой. И вот тут моя главная ошибка. Ротала ротундифолия высажена очень близко, поэтому контраста не получилось. Пересадить флориду по сути некуда, так как ей противопоказана любая тень, и в этом плане место выбрано оптимально. Остается только уменьшить территорию для ротундифолии и расширять территорию погестимона на заднем плане, тогда смотреться будет более эффектно. Теперь немного о самом растении. Ротала флорида произрастает на заболоченных территориях вблизи водоемов штата Флорида в США. Отсюда собственное название. Но родиной все же является Индия. Местами растение частично погружено в воду, а где-то полностью затоплено. Ротала флорида требовательна к условиям содержания, в том числе к освещению, питанию, подаче CO2 и даже к температуре. Без хорошего освещения не получить здоровые растения и насыщенного цвета листьев. Это своего рода индикатор. Если света недостаточно, ротала становится вялой, блеклого зеленого цвета. Еще при недостатке света и избытке питания растение начинает вытягиваться и пускать водные корни. У меня семиканальный акваробот, обзор на этот светильник будет в одном из следующих роликов. Световой поток у данной модели 6900 люмен, но работает у меня на 70%. Соответственно, в моих 60 литрах сейчас выдает около 80 люмен на литр, чуть больше. Вношу микро-макро и CO2, естественно. CO2 вообще обязательно. Флорида любит pH от 5,5 до 7, у меня 6,8, предпочитает жесткость от 4 до 6, у меня сейчас общая жесткость 6, карбонатка 2. Оптимальная температура в диапазоне от 23 до 30. У меня 24-25, нагревателя нет. Но скоро аквариум переедет на балкон, поставлю проточный нагреватель. Температура на самом балконе тоже будет поддерживаться, об этом как-нибудь расскажу. Вырастает флорида до 20-30 см и требует регулярной стрижки. У меня всегда были с этим проблемы, но не умею я красиво подстричь. Регулярные стрижки производят не только для недопущения выхода стебля на поверхность, но и для размножения и разветвления стебля. В качестве субстрата лучше всего подходят сойлы, либо кварц с питательной подложкой. В общем, растение очень интересное, хоть и требовательное. И мне еще предстоит потрудиться, чтобы добиться наиболее интересного вида. Друзья, отдельное спасибо всем, кто досмотрел до самого конца. Ролик получился не маленький, больше обычного. Обязательно оставьте свое мнение в комментариях о новом формате. Данный формат станет основным, а рубрики будут меняться и дополняться. Не забудьте подписаться, увидимся совсем скоро.